Так, значит, массаж шеи. Вот ты повторяешь, ты там стоишь, да, я просто для тебя показываю. Растянули трапецию, палец большой оказался автоматически здесь, и мы куриной лапкой вот растянули все дельтовидные мышцы. Находим сюда, натягиваем кожу, получается вот как кулак. Делай, повторяй. Растянул большой палец, вот так встал. Сразу куриная лапка, да, растягиваем трапецию, дельту, трапецию на себя. И кулаком прям внедряешься в него перпендикулярно, так можно присядь, пониже, прямо в саму мышцу. Вот. И растираем ее вот так мощно, глубоко, нет, прям туда, вот прись сначала, туда, прям так мощно. Да, только кости не задевай, мясо не надо. Вот сейчас мясо, правильно? Да, да, правильно, растирай прям вот так, пока не усиленно. Теперь по всей шее доходишь до черепа. Угу. Понял. Нарезаем теперь на колбаске вот так вот этими косточками. Прям как будто бы не сильно, как будто бы мы разделяем позвонки вот друг от друга вот так вот. Не качай. Вот так просто, да? Да. Вот. Вот так достаточно сильно. Вот мы как бы разделяем, видишь? Чувствительно, да? От него не сильно. Глубоко не иди, то есть не скользит, вот только сверху. Да, только сверху. Вот тут будет больно. Вот тут если будешь вести так сильно, то будет больно. Только верхняя мышца, да. И далее. Это все очень болезненно для некоторых людей, поэтому мы после этого растрясаем так вот. Потрясли, расслабили. И теперь техника шестеренки. Снизу вверх подлетает рука. Отсюда, вот эти места. И натягиваю на череп. Вот. Да, несколько проходов вверх-вниз. И теперь шестеренки мы натягиваем на себя черепушку, отходим назад и с вибрацией такой продрожили, немножко продрожали. Вот, молодец, отлично получается.